Январь 1909 года, ну, пожалуй, основное событие – это очередная конференция РСДРП, на которой РСДРП продолжала ругаться. Партия в полном разгроме была, упрощение по поводу большевиков и меньшевиков позднее, но это упрощение по модели Ленина, типа все, кроме меня, идиоты. То есть на самом деле там была масса всяких групп, и некоторые из них потом стали большевиками, допустим, троцкисты. Ну вот на этой конференции было 24 делегата, из них 6 было большевиков, 4 были отзависты. Сейчас расскажу, кто такие. 5 меньшевиков, собственно, то есть демократических социал-демократов, 5 поляков, 3 бундовца, 1 литовский и так далее. Трех делегатов из большевиков еще и арестовали, то есть большевиков там на самом деле было меньшинство, Ленин там был и речи двигал. Заслушивали отчеты, все это дело в Париже проходило, отчеты ЦК РСДРП, отчеты поляков о том, что они там творят, отчеты Бунда, Петербургской, Московской и прочих организаций, обсуждали практическое положение, задачи партии и задачи фракции. Фракцию они все-таки социал-демократы в Думе имели. Фракция большей частью их послала нахер. Было, короче, постановление думской фракции социал-демократов в ноябре 1907 года, что они являются отдельной организацией, и рекомендации ЦК они выполняют, если считают нужными. Потому что, ну, реально никакой особенной власти, значит, у Ленина не было. Потому что даже, в общем, депутаты от социал-демократов в Думе, они и то считали, что они самостоятельно принимают тут решение на месте. Потому что, ну, а как они могут с парижскими иммигрантами советоваться, за какие законы голосовать? Естественно, они принимают решение, исходя из ситуации в Думе, в которой они владеют лучше. Значит, кто такие отзависты? Отзависты связаны, опять же, с этой разборкой, которую я говорил, когда говорил про работу Ленина философскую. Значит, Ленин поругался с группой Богданова-Луначарского, они же и отзависты. Значит, отзависты как раз говорили, что нужно этих депутатов мудаков отозвать, раз они не подчиняются партии, прекратить легальные формы борьбы, перейти полностью к нелегальной борьбе. И это как раз вся вот эта группа Богданов-Луначарский, которые также в философии выступили за позитивизм, комплексно, короче, они. Они же были и богостроители, то есть они считали, что нужно конструировать некую религию, которая будет народ двигать к социализму. Отзависты также считали, что уже в России, значит, капитализм. Но вот марксистская догматика, как уже много раз я тут уже во всех этих лекциях говорил, это религия, то есть им нужно постоянно классифицировать какой-то конкретный социальный строй, как или это у них феодализм, или это у них капитализм, или это у них, значит, социализм. Хотя реальность, как реальные историки утверждают, реальность может быть самая разная. Элементы рыночного, нерыночного принуждения могут комбинироваться. То есть в чистой форме, в тех формах, каких существует все в Англии, на самом деле во всем мире, конечно, не существует. А Маркс и Энгельс, они просто вот ту ситуацию, которая была в Англии, сначала было рабовладение, потом феодальный строй, потом рыночный, они это все спроецировали просто на весь мир безосновательно. Ну вот, значит, конкретно эти отзависты считали, что в России уже буржуазная революция произошла в 1905 году, следовательно, дальше может быть только пролетарская. И участвовать в буржуазном парламенте не должны представители пролетарской партии, которые они считали, хотя среди них пролетариев ни одного не было. Значит, в это время как раз, да, поступило это завещание Шмидта, по которому большевикам именно переходит куча денег. И поскольку эти же считались еще и большевики, они значит, начали ругаться за деньги. И для того, чтобы обосновать свои претензии на деньги, они придумали кучу философских, политических и прочих расхождений и ругались с Лениным. То есть реальная грызня при этом шла, естественно, за бабло. Кроме того, значит, ликвидаторы там выступили, то есть те, которые считали, что вообще сейчас партию нужно распустить, нелегальную организацию распустить, заниматься только легальной деятельностью, потому что уже фактически 907-ю Думу распустили за то, что социал-демократы состоят в нелегальной какой-то организации, так как РСДРП ставила своей целью насильственное свержение власти, оно было официально нелегальной организацией в России. Ну, сами, допустим, какие-то депутаты, они же не занимаются, значит, свержением власти. Вот в этом проблема была. Они, наоборот, в этой власти участвуют, раз они депутаты. Вот. Но вот этот казус, он, его царское правительство толковало, как ему было выгодно. То есть ему нужно было Думу разогнать, они так трактовали, что это террористы в Думе сидят. Вот
нужно их всех арестовать, Думу разогнать. Когда им не надо было Думу разгонять, они и терпели этих социал-демократов. Типа, вот сейчас же они террором не занимаются, нет, не занимаются. Все это еще в самой партии создавало бардак. То есть некоторые считали, что только нелегальные формы борьбы надо вести, как, допустим, Богданов и Луначарский. Другие считали, что официально нужно партию распустить, вести только легальную борьбу. Это ликвидаторы. Значит, Ленин, естественно, против тех и других выступал. И позднее, значит, выдавали всю эту конференцию за победу Ленина. То есть конференция осудила ликвидаторство, по крайней мере, и против ликвидации партии выступила. Насколько я понимаю, завистов они так и не осудили, но тоже все это приписали, что там Ленин развенчал яд завистов. Ну, то есть, на самом деле, конференция показала, что социал-демократы находятся в полном раздраре, ругаются между собой. Ленин выступил со своей позицией, и позднее ему традиционно на всех съездах РСДРП, на которых Ленина часто били, приписывается победа Ленина, и в данном случае тоже официальная историография так это все выдает.